Вот так вот мы делаем автобусы и тачки. Всем привет, вы на канале Crypto Commons. Мы продолжаем наш велотрип по Буэнос-Айресу. И, по-моему, мы едем куда-то не туда. Вот. Что хочется вам сказать. Золото последние дни показывает небывалую силу, как и биткоин, на самом деле. Как и биткоин, поэтому, ребята, есть свет в конце туннеля, есть уверенность в том, что биток и золото ждет неодержимая победа в связи с крахом фиатной системы долларов. Вот и все, собственно. Красный свет, дороги нет, но мы-то знаем с вами, что красная точка на сафере не всегда к дампу, поэтому можно чуть-чуть это. Правила придумали, чтобы их нарушать. Вот. А тормоза придумал трус. И этот чувак из Педидоси это знает. Вот. Короче, чуваки, в долгу, если будете шортить, то будете работать вот с этими ребятами. Хотя тоже прикольно, что стабильность. Гарантии. Вот. А в краткосроке, пожалуйста, все ссылки в описании. Можно шортить, лонговать, хеджироваться. Что хочешь делать. Лишь бы это не нарушало свободу другого трейдера. А это по-любому нарушает, потому что рынок — это такая машина, где мы забираем деньги у тех, кто не умеет ждать. Если мы сами, конечно, умеем ждать. Вот, поэтому, ребятушки, всем терпения, выдержки. Я думаю, что сейчас будет прострел наверх, 1030 с чем-то. Но это всего лишь мое мнение. Дисклеймер, не финансовый совет. И по альткоинам тоже, я думаю, что сейчас будет отстрел. К биткоину я лично набрал многие альты. Лайток, Dash и прочее. Биткоин трэш даже. Вон Ripple уже что показывать начал, понимаете? Как бы да, по многим альткоинам... Ой, промазал. Не попал в дорожку. По многим альткоинам уже началась вот эта лебединая песня. Не забудьте из них выпрыгнуть, главное, в биток. Потому что биток, конечно, это... Понимаете, биток — это лебединая песня всего этого фиатного пузыря. Вот что это. Это иголка, которая проткнет этот пузырь. Поэтому здесь... Короче, тут можно сколько угодно говорить, рассуждать. А по факту работает только одно. Жесткий теханализ. Дешевле купили, дороже продали. Все. Риски зарезали, дали прибыли течь. Так что, друзья мои, вот, чуть не убили Гриню. Приезжайте в Аргентину, здесь клево. Тут реально клево в плане, что отобьете вы свой билет за 3 месяца просто тупо на продуктах и на жилье. А дальше потусим, покатаемся на великах и все прочее. Здесь, кстати, офигенные горнолыжные курорты еще сноубордические. Барилочи. На границе с Чили. Которые, собственно, предстоит нам еще покорить. Все, друзья мои, спасибо, что посмотрели этот небольшой велотрип. Велотреп. С вами был Гринчес. Канал Crypto Commons. Все ссылки в описании. Всем профитролей. И баю-бай. Thank you.